Привет, ехал, увидел интересный автомобиль, у вас хозяин Андрей, сейчас пообщаемся, нам расскажут про машину. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как пришла идея, с чего сделано, какой двигатель, какие мосты и вообще для чего этот автомобиль у вас? Если не трудно, расскажи, пожалуйста. Ну, изначально этот вообще автомобиль довольно-таки давно задумался, не именно мной, а у меня есть еще друг Олег, который, в принципе, начал все это дело. Ну, автомобиль был изначально он полноприводный, ходовой, то есть по грязи мы передвигались на нем, но потом подумали, что все-таки нужно технику немножко преобразить и подвигаться на нем более по комфорту. Установлены, как бы, начну с сидушек, это Hyundai Santa Fe. Регулируется все, как бы с кнопки. Задние сидушки обычные УАЗовские, обшиты просто кожей. Двигатель установлен 16-клапанный, 150 лошадей. Коробка волговская. Передок у него сейчас пустой весь, облегченный. Задняя часть, ну, тоже обычный УАЗовский редуктор быстроходный. Понижаек, дифференциалов? Нет, все это убрано. Убрано? То есть целиком просто коробка вставлена волговская, он чисто задний приводный. А, вон как. Да, чисто, ну, как бы для скорости, ну, приблизительно 140-150 как бы идет. Но столько мы не ездим. Ну, понятно. Ну, более комфортно сделали. Конечно, много еще доработок, как бы, дальнейшее. В основном зимой занимаемся этими вопросами. Но я смотрю, цвет вот красивый. Сами тоже красили, да, да, полностью? Несколько раз перекрашивали. То есть разными цветами был, не нравился, переделали. Вот единственное. Ну, так он вообще, в принципе, давно уже сделан. Уже много лет. А здесь сверху какие-то тентовые, да, в зимний вообще, период? Вообще, в зимний период он так не использовался у нас никогда. Но вообще, да, крыши есть у нас тряпочные обычные. То есть натягиваем. Ну, как-то не приходилось мне времени в основном. Какими-то своими домашними делами занимаемся. В основном летний период используем его. Блокировок никаких, ничего нет у вас, все, да? Нет, все, он просто легкий такой. Легкий, то есть в грязь как бы на нем, ну, нужно, да, аккуратнее подойти. Аккуратненько. Да? Так мы пробовали, как бы проходимость хорошая у него, но не так, как полноприводный УАЗик. А передний мост не планируете, чтобы постоянно, ну... Ну, дальнейшее планировали, конечно, есть тоже YouTube. Как бы наблюдаем за Ютубом и все, там есть парень, который V6 движок вставляет. Да. Что-то такое тоже хотим, но пока. Ну, то есть пока планы какие-то есть, да, да? Да, да. А вообще какой план вот окончательного завершения? Что окончательно, планы? Честно, вот я не могу ответить, потому что это вот по нарастающей как-то идет. Все идет само по себе, да? Да. Деньги, да, приходят, что-то делаем. Да, 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 примерно так, да. Потому что у нас еще есть два автомобиля, которые стоят. Тоже как бы в дальнейшем проекте ЗАЗ 968 и Москве 412. Понятно. Поэтому периодически понемногу со всеми занимаемся. Ну, свой какой-то, наверное, кайф от этого. Вот поэтому. Да, конечно, ребят, я сам просто ехал. Автомобиль очень красивый. И в начале ролика вы сами увидели, что автомобиль реально красивый. Сейчас температура где-то около 30 градусов. И передвигаться на таком автомобиле. Ребята, давайте не будем задерживать Андрея. Андрей, тебе спасибо за предоставленный автомобиль. Ребята, кому понравилось, пишите, можете связаться с Андреем, вот, в комментариях там можете написать, предложить какие-то свои интересные идеи, которые может Андрей воплотить или что-либо. Пишите обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребята, всем пока.